Мы находимся в селе Березанка, районный центр Николаевской области. И рассказывая о футбольных традициях, говорили о том, что здесь поистине любят футбол, потому что здесь созданы уникальные условия. А самое главное, в последнее время здесь возглавляет федерацию районную человек, великий энтузиаст. И я думаю, что вот сегодня, благодаря его инициативе и благодаря помощи УЕФА, здесь, в центре села, возле школы, сегодня будет открыта площадка. Ну вот перед Новым годом делают подарки, и вот сегодня этот подарок имеет особое значение, потому что это подарок и детям, юным футболистам, и команде, которая представляет этот район на чемпионатах нашей области, Кубке области. Ну, в общем-то, сегодня мы посетили этот репортаж, открытие этой встречи, предновогодняя встреча. Программа выйдет уже в новом году, но вот этот подарок, который будет сделан сельчанам, я думаю, имеет знаменательное значение. Сейчас мы ждем гостей, пока здесь тишина, но через несколько минут будут отмечены те, кто делает большой вклад в развитие игры номер один футбола, который любим здесь и имеет огромную популярность. Мы не раз встречались здесь и рассказывали о турнирах, которые были республиканского уровня, но вот теперь вот такой предпраздничный день, солнечный, не по-зимнему, потому что по-настоящему футбольный. Итак, встреча в Березанке. Начальников Березанского футбола Сергей Возняк, который очень много лет играл в разных командах. И вот, в принципе, сегодня здесь на открытии площадки. Как ты воспринимаешь вот такое вот новоселье перед Новым годом? Потому что для ребят, для футболистов юных и старшего возраста это событие, да? Да, это очень большое событие. Вспоминать свои молодые годы, когда мы здесь тренировались. Какая была грязь, и мы приходили и тренировались. Сейчас, конечно, это большой прорыв, я думаю, будет всего футбола Березанского и окружающих здесь сел. Многие ребята будут сюда с удовольствием приходить тренироваться. Есть такие условия, значит, будет какое-то мастерство. Знаю, так как сам прожил здесь 23 года, что здесь после меня остались хорошие специалисты, ребята, энтузиасты, которые все это сделали своими руками при помощи Федерации футбола. Я думаю, они будут здесь развивать, приумножать и популяризировать этот вид спорта не только в Березанском районе, а и во всей Украине. А почему твой преемник Игорь Чобчаев вот настолько организовал на хорошем уровне, нашел соратника в лице мэра? Ну вот
Вот это единодушный какой-то, да? Мэр тоже футболист. В свою 74-го года рождения здесь в Березанке была очень хорошая команда, где он непосредственно играл. И после этого он занялся бизнесом, после этого стал мэром. Но любовь к футболу у него никогда не угасала. Игорь тоже с самого детства занимается футболом. Даже был такой случай, что его приглашали во вторую лигу играть в команду Южноукраинск. Но Игорь все-таки выбрал семью, остался здесь в Березанке. И мы видим, что не зря. Большое поле у нас сейчас уже полностью поливается, полив сделан, маленькое построили. Я думаю, что здесь футбол будет процветать и будет жить, пока будут такие здесь люди, как Игорь Чепчай. Ну, кстати, здесь очень любят футбол, стадион посещаемый. И вот эта поляна зеленая, она как зеленый свет, как открыла новые двери, новый футбольный сезон, да? Совершенно верно. Я думаю, что здесь не одно поколение ребят повысит свое мастерство и будет с достоинством представлять нашу область на всех соревнованиях. Сегодня очень интересное футбольное событие в районном центре Березанки. И оно связано с тем, что подарок такой предновогодний преподнесен любителям футбола. Районному центру, где очень любят футбол. Николай Леонтьевич Ярупунов, президент Федерации футбола нашей области. Ну, как бы является сегодня и именинником, и организатором это суперсобытие. Вот я удивляюсь, как вам удается расширять географию развития футбола на массовом уровне. И самое главное, вот перед Новым годом расширять, собственно, такую базу материальную. Ну, самое главное, что мы все понимаем, что без этого, без таких полей нас не будет украинского футбола. Хотим или мы не хотим, поэтому вот находится Дорошенко, он стоит, который хочет, чтобы уже в Казанке появился. Появится он такой же самый в Снегиревке, для того, чтобы поднимать школы, футбольные школы. Это дает возможности. Чепчай, тут Игорь, который хорошая футбольная школа. Значит, самое главное, что Укренева, значит, на сегодняшний день чемпион Николаевской области первой лиги. Вот, они обыграли. Это говорит о том, что их свои игроки, они готовятся, готовится все остальное. Для этого надо готовить. Если на Украине будет, вот в Николаевской области будет вот таких площадок хотя бы 1000, это будет говорить о чем-то, о том, что мы будем развивать футбол. Значит, и я так думаю, что к 2030 году, 36-му году Украина станет или чемпионом Европы, или чемпионом мира. А до этого времени надо все время заниматься. Ну что, у нас единственный вот дом футбола на Украине, который находится в Николаеве. Сейчас мы видим эмблему футбольной федерации. Николай Иванович,
благодаря кому создана эта площадка, потому что все-таки она дорогой подарок. Да, это очень дорогой подарок. Значит, я сюда привез Вадим Константинович, он сейчас будет выдавать, значит, Костюченко. Значит, это первый вице-президент Федерации футбола Украины. Вот, я его, він находился, мы с ним в Одессе, я кажу, поїхали, подивимся. Приїхали ми сюди, подивилися, ми подивилися на футбольному полі, от, а потом приїхали сюди, говоримо, отут саме лучше, тому що територія охороняема, стовби є, школа є і все остальное. Для дітей це величайший подарок. Він каже, хорошо, значить, ми це зробимо. Вот, я тебе обещаю. С его помощью было ХЕК-3 Европа, которая дала это все остальное. Вот, значит, кинули сюда людей, привезли людей, которые занимаются этим строительством. Это профессиональные люди, которые профессионально построили этот стадион. С помощью Европы. Деньги Европы. Николай, по-моему, не случайно именно вот здесь, в Березанке, такой стадион, потому что здесь очень хорошая футбольная федерация, и, по-моему, уже здесь сложились прекрасные традиции. Да, тут очень хорошая футбольная федерация, тут Чевчай Игорь, значит, который занимается футболом серьезно, вот, он сам любитель футбола, сам играет в футбол. Поэтому, ну, у нас, нужно сказать, что у нас везде хорошие федерации, везде у нас, значит, хорошие главы федерации, которые занимаются, значит, на сегодняшний день футболом. У нас практически сегодня все районы области играют детский футбол. Все районы области. На первенство области по футболу все команды, все районы представляют свои команды и села представляют. Это развитие дальше, это находится. Вот мы вчера смотрели детей 9-летних, и вот там два пацана, значит, которых смотрели внимательно, очень сильные пацаны. И чувствуется, у 9-летних чувствуется удар, чувствуется, что есть голова, значит, на плечах. Поэтому будем стараться, что забирать его в интернат и, конечно, готовить его, потому что он с села. Вот, готовить его для того, чтобы это получился хороший игрок. Итак, на ваших плечах очень много сложных вещей. Вот сейчас не случайно представитель Северного района, Казанки, здесь, потому что вы решили вот буквально в ближайшее время решить проблему и Северным районом, да? Да, ну это сегодня Одесса, встреча с Одессой, вот Одесса сразу. А там Казанка, это Кривой Рог. Ну, это Кривой Рог, это Днепропетровск, да. Вот так, а потом Снегиревка, Херсон, и потом еще останется Кировоград, и будем иметь 4 площадки. Мы думаем, что на следующий год строительством завода, ну, будем стараться как минимум хотя бы 10 площадок в год делать в районе. Ну, еще одна боль. В самом центре, в нашем областном центре, все-таки стоит серьезный вопрос об открытии настоящего искусственного поля. Парки, да, Победы. Да, Парки Победы. Ну, я так думаю, что чуть Алексей Юрьевич сказал, он свое слово не отступит. В 2017 году этот стадион будет запущен, проблем в этом не будет. Он сказал, что все проблемы решены, будет запущен и будет работать. Какой он собственности окажется, будем уже смотреть, как там оно будет. Вот, конечно, на сегодняшний день лучше бы он остался в областной собственности, потому что нам лучше, нам это приезд команд, это игры и все остальное. И привезти туда ФК Николаев, футбольный школу детей, которая на сегодняшний день бродит везде, нигде ничего не имеет. А вот уже там ее привязать, это было бы хорошо, перевести ее в областную собственность, и пусть она там играет. Это было бы чудесно. Перевести туда судостроитель наш, значит, который играет сегодня в Первомайске, и перевести на сегодняшний день туда автомобилистку, команду первой лиги женского футбола Украины. И это было прекрасно. Итак, мы вступили в новый 2017 год, который обозначит очень серьезное испытание для нашей главной футбольной команды, потому что она вышла в полуфинал. Это успех, который пришел нам с 69-го года. Не было такого взлета, поэтому у нас есть перспектива хорошая. Есть? Да, есть перспективы, в связи с тем, что с перспективами на Украине играет и 16 команд, 12. Вот это все перспективы. Дай-то Бог, чтобы все-таки восстановились 16 команд премьер-лиги, чтобы первая лига выросла, вторая лига поднималась, вот, чтобы мы могли вот этих детей, которые тут мы обучим, давать те клубы, которые должны играть и дальше прорываться, потому что без этого ничего не будет. Значит, мы стараемся, чтобы аматорский футбол. Вы же понимаете, что такое приехать с Казанки в Александровку, вообще вот сюда, в Березанку. Это какое-то 200 километров по таких дорогах, которых у нас практически нет. У нас в Николаевской области дорог нет. Вот это самое страшное. На Еланец проехать нельзя, на Братское проехать нельзя, на Казанку проехать нельзя, на Новый Буг проехать нельзя, на Снегирёвку проехать нельзя, на Березневату проехать нельзя. Вот это наши проблемы. Эти проблемы, которые будут решены, проблемы дорог, значит, в два раза увеличится команда, которая будет играть.
Ну и последний вопрос. Как оценит Федерация футбола Украины нашу Николаевскую область, Федерацию? Ну, а то вы зададите Вадим Константинович, он в этом больше расскажет. Я, что я могу судить, как она оценивает? Это их право, их задача, их все остальное. Вот такие дела. Ну что ж, сегодня новоселье, сейчас будет праздник, солнышко вышло, решила подарить нам перед Новым годом. Будет солнце обязательно. Завершилось в Березанке настоящее торжество. Торжество футбола, потому что Федерация футбола Украины, УЕФА, преподнес подарок настоящим детям, юным футболистам и вообще футболистам Березанки. Березанка, которая подарила нам земляка, почетного гражданина Березанки, почетного президента Федерации футбола Украины Валерия Павловича Пустовойтенко. В свое время он возглавлял большой футбол. И вот сегодня почетный гость, первый вице-президент Костиченко. Президент Федерации футбола Украины. Сегодня вы участвовали в таком замечательном торжестве, дети получили подарок. Почему выбран наш район, наша область? Вы знаете, ну, во-первых, Николаевская область одна из лидеров украинского футбола. Пока, к сожалению, не в профессиональном футболе, но в аматорском чемпионате достойно представлена командами, команды, которые показывают хороший результат. И вы знаете, действительно, родина президента Федерации футбола Валерия Павловича Пустовойтенко не могла быть не отмечена. И я вам скажу, что весной мы здесь обязательно вместе с Валерием Павловичем договорились, проведем хороший детский турнир на этом современном мини-стадионе. И задача федерации — строить максимально больше современных мини-стадионов, больших стадионов. Буквально через несколько часов мы открываем большой стадион у ваших соседей в городе Херсоне. Полноценный стадион, на котором будут играть детско-юношеские команды Херсона и Херсонской области. Позавчера мы открыли стадион прекрасный в Бердянске. Вот у вас месяц, да? Да, и с открытием нового завода по производству искусственных полей, угу, компании немецкой «Политан», лидера в мире по созданию искусственных полей, новых технологий, я думаю, что наша страна получит прекрасную возможность уже выйти независимо, да? иметь собственное производство в нашей стране для того, чтобы исправить ту ситуацию, которая, к сожалению, у нас на сегодняшний день плачевная с футбольной инфраструктурой, как в школах, так и на стадионах. Я думаю, созданием мощной этой программы и строительством футбольных полей мы получим в дальнейшем прекрасных ребят, будущих наших юношеских, молодежных и, уверен, национальной сборной Украины. Ну, я думаю, после неудачного выступления в финале чемпионата Европы во Франции, я думаю, будет теперь сделан шаг серьезный для того, чтобы создавать хорошие базы, хорошее настроение, создавать юные таланты. Как вам сегодня настрой, предновогодний? Ну, настроение прекрасное, прекрасная погода, в Киеве холоднее. Я вам скажу, мы сегодня выезжали утром с Киева, достаточно холодно, у вас тепло, теплая атмосфера, и самое главное, что у ребят глаза загорелись, они почувствовали себя такими же ребятами, это наша главная задача, чтобы наши юные футболисты чувствовали себя на футбольных площадках так же комфортно, уверенно, как чувствуют себя ребята в Мадриде, в Мюнхене или в Севилье. Поэтому, я думаю, с получением современной инфраструктуры мы получим достаточно много уже в детстве техничных юных футболистов. Несколько лет назад я брал интервью у премьер-министра Валерия Павловича Пустовойтенко. И тогда он с теплотой говорил о своей родине, о футболе березанском. И вот теперь, я думаю, для него это тоже подарок, как и для ребят, такой замечательный. От Федерации футбола и от УЕФА. Да? Спасибо за Валерия Павловича Пустовойтенко, который внес большую лепту в развитие футбола нашей страны. И я уверен, что мы обязательно вместе весной здесь встретимся и проведем турнир, на котором, возможно, и засияют юные
таланты Николаевщины. Ну, вступаем в Новый год. Это всегда оптимистический праздник. Вот с таким настроением гость побывал у нас, едет дальше расширять географию украинского футбола. Успехов вам! Спасибо. В общем-то, во многом благодаря президенту Федерации районной Игорю Чопчаю здесь очень много делается для развития массового футбола и воспитания юных футболистов, главной команды. Вот сегодняшняя площадка, новая, новая серия перед Новым годом. Что она вам даст? Что открывается перед ней? Ну, в первую очередь, это праздник для нас. Открываются возможности в тренировочном процессе в любое время года. Ночь, день, прожектора у нас есть. То есть в любое время мы можем тренироваться. Практически в любую погоду. Вот то, что дает нам это поле. Повышать мастерство ребят. Быть постоянно в тренировочном процессе. Вот почему среди многих районов ваш всегда выделяет вот такой организованностью и массовостью? Ну, если выделяет, значит это так. Значит, мы стараемся делать это правильно, делать хорошо. Значит, мы на правильном пути. Если это люди замечают и отмечают. Ну, скромняга, а? Ну, и вот такие люди творят чудеса, потому что они подарили вот своим детям радость номер один, который является футболом. Поэтому удачи тебе вместе с твоими воспитанниками. Ну, ладно, все еще не понравилось. Спасибо. Спасибо огромное вам. Это была моя мечта. 5 лет мы к ней шли. Разные этапы прошли. Но, слава Богу, Федерация футбола Украины, Федерация футбола Николаевской области в лице Ерепунова Николая Леонтьевича помогла. В нужный момент было сомнение, что оно попадет к нам. Но Леонтьевич настоял, нажал нужные места, и оно в Березанке. Прекрасное поле. Дерзайте, дерзайте. Спасибо огромное.